Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, поехали. Это у меня еще с прошлого раза, когда я играл за кадром, ребята. Так, выиграйте бой 5 раз с бойцом Нита, Леон или Эдгар. Тут Барли Гриф, Пенни Фрэнк. Тут Пока нужно исцеление сделать. Тут Эдгар тоже, друзья мои. Ну что, доделаем это задание, и получается это сразу же 2 задания. Сразу 2 задания мы можем с тобой... Да что такое-то? Где у меня Эдгар? Вот он. Погнали. Погнали, друзья мои. Попробуем... А чё? Подожди. Поздно уже. Что за режим-то? Что за режим-то там у меня стоял? О, все, сейчас будет лагать, ребята. Вот когда вот так вот идет 100% загрузка, и вот это вот... Сейчас будет... Нет... Слушай, нет никакого слайд-шоу. Погнали, что ли? Я не знаю. Ага, ага. Воронок. Ну иди сюда, говняный бо. Слушай, достал меня ты. Нет, 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 нет. Ребята, у них есть. У них 5 кристаллов. Просвещает, что ли? Ой. Ребят, не. Блин, я кристаллы продинамил, ребят. Да как это замедление? Пошел, короче, нафиг хвалить. Задолбали уже чмошники. Что за фигня-то такая? Она меня тянет вовнутрь, блин. Пипец, короче, блин. Хрень какая-то болотная, блин. Тянет не вырваться из нее никак, блин. Нафиг я сбегал с этими кристаллами, блин. Твою налево, блин. Ты не можешь, ребята, тут вырваться. Ты можешь донаться, но ты вырваться оттуда не можешь с этой фигни, блин, пока она действует. Вот что я тебе скажу. Мне... Я сам тупанул, я начал бегать с этими кристаллами. Вот и все, ребят. Так, один здесь прячется. Это уже факт. Выкурили его оттуда, да? У нас 0 кристаллов. Я тебе скажу. Так, тот пошел в обход. Давай сюда тогда. Так, он свои бомбы поставил, я видел их. Ну и нафиг я это сделал, опять же. Ну опять же сыграл, ребята, на врага, блин. Бом меня не интересует, если честно. Это же надо так протупить опять, а? Да это-то что стоит, дебил? Иди кусок дебила, блин, дерись, блин. Тварь, блин. Блять, идиота кусок, блин. Просто бегает, ничего толком не умеет делать, блин. Паршивец вонючий, блин. So
Других слов нету, блин. Стоит там, блин, и... ни бомбу не кинет, ни хрена не сделает нормального путевого для нас, блин. Аж башка разболелась, блин. Одну победу надо сделать всего. Одну победу несчастную, блин. Так, стоит там. Все, этот в минус пошел. Ну что у нас там? 5 кристаллов? Нормально. Они тебя спалили, парень. Ага. Дурачок. Лишь бы опять, ребята, не тупануть. Как я это могу делать? В легкую, блин. Столько кристаллов, столько этих. Пошел, просто подарил этим, да, засранцам. Вообще кусок придуршего пирога, блин. Со своими шариками в одно место. Ну да, как я и говорил, ребят, 2 задания здесь выполнили сразу же. С лету. Угу. Так, давай возьмем. Что нам там? Звездочку. Воу. Это кто такой? Новый боец Перл, блин. Вопреки всем ожиданиям, Перл удалось растопить суровое сердце Белль и Сэма своим душевным теплом. Да и кто устоит перед шоколадным печеньем? Это что, печка? Это печка, ёпай. Ну вот, ребята, еще один герой, которого надо прокачивать. Кстати, да, насчет прокачки, мы же с тобой качаем. У меня Эдгар какого там же уровня-то? 13-го. А у нас еще, не забывай, есть Пайпер. Билли. А, Биби, блин. Билли. То есть теперь еще и Перл добавился. Подожди-ка, а Пайпер-то где? А, Пайпер у нас 10 уровня. Че ты свистишь-то мне? Вот нам за кого надо играть. Но нам надо... Блин, подожди. Мы же задание с тобой выполняем. Да ё-моё, блин. Эдгар, Бас, Шелли, Барли или Гриф. Шелли... Так, Шелли здесь, Шелли тут. Шелли здесь, Шелли там, Шелли тут. Прям хоть песенки запой тут. Ну, за Шелли играть. Ну, а что делать, ребят? За Шелли надо играть. 2 задания на Шелли тут. Хотя, подожди, почему 2 задания на Шелли? У нас, мы же можем с тобой... взять... Нет, все-таки Шелли. Все-таки Шелли. Ну, что поделать, Шелли так Шелли. Поехали. Но за Шелли мне тяжело, ребят, играть. Мне не нравится ее урон, который она наносит. Там тем более 2. Тик. Блин, Тик и Динамайк. Ну это, конечно, вообще трешовенько. Они нас не подпустят. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот тебе чик. Вот об этом, ребята, я вам говорил. Динамайк обосрался.
Как бы мне тут не обосраться. Винин. Да, 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 вот это ненавижу, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же этот дурачок бомбочку отправил. Ну куда ты прешь-то, ну? Нам еще один, ребят, кристалл, все. Пошел я ныкаться, короче, потому что львиная доля у меня. Четыре, три, два. Сейчас этот погибнет и... Не погиб. Хорошо-то как. Два задания. А билетик будет? Да, и 50 силы. Всего-то 50 силы. Да, и билетик, ребята, у нас... На что? На кредиты. Все ближе и ближе мы к этому. Блин, зря я этого пингвиненка взял. Ну, что ж поделаешь. За Шелли я вроде как все сделал, да? Шелли. Пенни. Тут Эдгар. Тут Шелли. Не совпадают. Пенни. Или Френ. Давай за Пенни поиграем лучше. Хи-хи-хи, хи-хи. Ай, хорошо, ты как, ёк-макарёк. Поехали давай, Шелли. Ой, Пенни. Ну, что ж поделаешь. Пенни, она, ребята, и в Африке Пенни. Восьмибитка, восьмибитка. Барри. Алкоголик, блин. Это кто там так мелодиями так шпарит? Хорош. Он еще, она еще успела убежать. Да кто там мелодиями так... А, это восьмибитка так шпарит. Кустарная, ты чмо, а? Куда я стреляю? Куда? Куда я стреляю? Скажи на милость. Прикинь, говнюки вообще борзели в хлам. Ау! Пенни, мы будем сегодня с тобой ставить эти? Или не будем? Как они называются-то? О, 10 кристаллов. Я один кристалл продинамил, да, ребят? Ну им-то понятно, им уже терять нечего, поэтому они... Сейчас буду тут... Ну давайте, ребята, тяните лямку. Это что сейчас было? Вот это сейчас что было? Отбил, молодец, восьмибитка. Я даже не могу, ребят, на ульту накопить. Есть, выиграли.
Пенни, блин. Ну, не знаю, ребята. Не, давай, давай поменяем Пенни. На кого? На Шелли обратно? Давай на Шелли. Пенни, ну что-то вообще как-то не зашла. Морковки свои бросает, а толку ноль. Я понимаю, ребят, конечно, этот автотаргетинг это хреново, но... Ну что, но? Ну не знаю, что. Хорошо, бумкнул. Чего-то нас тут распетрушивает. Но я тут, конечно, и сам дурачка даю. Не кислого. Нет, только не это, ребята. Да. Ну и ты понимаешь, что это полная чушь? Все, начался слайд-шоу, надо перезаходить. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, у всех так? Или это только у меня такой бред происходит? С обрывом связи и тому подобное. Мне, знаешь, что иногда кажется, что... Что это читеры вот эти вот делают. Игроки. Что-то мухлюют там и это. Вот я неоднократно, кстати, замечал, блин. Не с того, на ровном месте. Просто на ровном месте бац и все, ребята. И, ну, ты сам видел. Так, вжик. Фонарик. Ну фиг ли твое ес? Так. Уйди отсюда, иди отсюда, иди куда-нибудь в другое место. Да, плохо, когда... А, офигеть! В плане красная... А! Что-то сейчас странное происходило. И сюда, дурачок. Бой окончен. А Джин, Джинни там и остался сидеть. Так, нам надо еще один бой выиграть и победить 15 врагов. Ребята, время 8 часов утра. Вы что все активировались-то, а? Друзья мои. Вы что все активировались в такую спозаранку? А, друзья мои, скажите мне на милость. Вот вам не спится-то, а? По-моему, сегодня... Сегодня понедельник. Блин, сегодня по черепашкам у нас должен быть... Буст, а я еще не спал. Опять? Опять задержка, ребят. Ну вот это вот, ну это все, это какой-то показатель, я не знаю. Вот, об этом я и говорил. Я таким образом просто подвожу команду, ребят. Бот за меня, конечно, сыграл отвратительно. Судя по всему.
Этот вжиг достанет. Эх, Эль Прима, ребята, Эль Прима. У них кристаллы, что ли, все? О, друзья, это фигово. Где мой буст? Куда стрельнул? В трусы куда-то, блин. Ну, в общем, ребята, понятно, этот бой заведомо проигранный, потому что пока перезашел, блин, пока это все, это бесит уже, на самом деле. Я не знаю, в чем проблема. Я не знаю. У меня нормальный VPN, блин, ребята. Я не жаловался. Во все остальные игры все играет безупречно. Никаких вылетов, блин, нету. Здесь же... Просто какая-то шляпа. Просто, ребята, шляпа. Бесявая. Заряды кончились, господа. И побежал, и побежал, и побежал, и побежал. Слушай, меня этот гриф допек уже. Ну куда ты лезешь там со своими кристаллами-то? Ну, с тысячу кристаллами он куда-то лезет. Забери кристаллы. И иди сюда. Стой здесь, пузырчатый, блин. Гудбай, роднульки. Нет, идиот, 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 блин. Вот сейчас бы попал бы под эту ульту, и все, ребята, и расплющил его. Мне кажется, что он вылетел, и за него играл бот. Такое почему-то складывается ощущение. Так. Награду получим, да, получается? Даже почти две, ребят, почти две, ну... Редкий, редкий. Так, зашили, по-моему, все. Заданий больше нету. Мы выполнили два задания. Так, Пока. Нужно исцелить 50 тысяч единиц здоровья. Также нам нужно и выиграть. Че, нам надо вот это задание как-то выполнить? Ограбление или парное столкновение? А что значит парное столкновение? А, ну столкновение парное, все, что я туплю-то? Парное столкновение, за кого там играть нам надо? Эдгар, Бас или Тик? Ну давай за Эдгара попробуем. В парном столкновении. Я не говорю, что это самый лучший вариант, ребят. Я не утверждаю. Нам надо еще выиграть, блин. Там же выиграть надо или сыграть? По-моему, выиграть. Кто это? Это Рика? Я не узнаю вас в гриме. Муля. И побежал парень. Кто это такой? Что за рыцарь? А, это Барри, ёк-макарёк. Это Барри, друзья мои. Кстати, вот так вот... Ой-ой-ой, а тут-то кто у нас? Ой-ой-ой-ой-ой, и этот... Оба да выеживались, блин, идиоты. Этот придурочный куда побежал за мной? Дебил, блин, лезет куда-то...
Непонятно куда, блин. Ладно, я побежал за этой шваброй, блин. Уничтожил. Я просто не увидел, что там рядом этот придурок. Уже причем, ребята, с бомбой готовый был. С кем мне... Кто мне выпал? Брок. Дурачок местного разлива. Там уже первые пострадавшие есть. Кто-то здесь сидит. Кактус, друзья мои. Кактус и бул. Кактус и бул. За булом бегает. Осталось четверо. Кактус. С кем мы должны столкнуться? Кто-то в кустах сидит. 100%. Ага. Зашибись. Не туда ты, парень, пустил свои ракеты. Не туда. Он же сейчас соберет. А кто там был-то? А, Брок против Брока. Куда ты бьешь-то? Кактус что, не видишь, что ли? Дуралей. Я рисанулся. Вот и мой крышка, ребят. И у него, кстати... Выиграли, да? Или проиграли, я не пойму. Выиграли, ё-моё. Ну неужели? Ну неужели? Спрей. Дешманский спрей, друзья мои. 1000 силы. Так, что нам еще нужно сделать по заданиям? Эдгаром, Тиком или Эдгаром? А, Эдгаром, Тиком или Эдгаром? Тик, Бас. Бас. Давай за база, ребята, наверное, сыграем. В режиме нокаут. Базом в режиме нокаут. Оптимально? Базом в режиме нокаут. Играть в чистом поле. Ну давай, блин, в чистом поле фиг не сделаешь. Поле, русское поле. Фига себе, чистое поле. А я не могу по воде ходить? Не настолько я продвинутый, чтобы... Что? Что? Это что там, ребят, такое происходит? Раунд выигран? Одной... Как? Это Брок так постарался, что ли? Леончик, ребята, там он. Леон? Черт его знает, где там Леон. Пошли этого хмыря. Все, раздавили его уже. Я даже ничего не успел сделать. Все сделал Брок. Все сделал, ребятушки, Брок. Destruction. Так. Что там еще? Что еще? Давай. В нокауте мы можем с тобой поиграть и в Поком. В принципе. Давай. Пок. Где ты там? Мне почему-то нравится, ребята, делать вот эти ежедневные задания. Я не знаю, ребята. Есть кто-то там 24/7 в нее играет, там, блин,
тактики, херактики. А мне именно вот почему-то нравится проходить задания. Я не знаю почему. Привык, наверное, проходить в играх всякие задания, блин, может из-за этого. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что такое? Почему они так подсвечиваются, иконки? Будем говорить поком, а фиг ты делаешь. А я поком. Они все тоже, ребята, они все поныкались. Стоят там. Так, меня просветили. Так, там и... Подожди, а что, модификатор работает разве, ребят? Ну и зачем ты пошла туда? А, у них один... Пайпер разобралась. В одно лицо. Ты жук, однако. Ай-яй-яй. Ну вот. Ну вот. Слушай, он задолбал. Тут вообще на сухую проиграли. Не-не-не-не. Так, глюкнуло, конечно, но... Так ты... Ты же ничего не сделал. Он сбежал в кусты, ребят. Против Пайпер-то как ты будешь? Ну, она сейчас бомбы свои кинет, нет? Ай-я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 й. Хотел, я понимаю, что он хотел сделать, но... Ну, никак не получилось у него. Пойдем, Дина. Куда? Вот скажи, вот куда... Так, 1-1. Да куда? Ну, что ты делаешь-то? Ну, баран ты, козлодой ты, вшивый придурок детства, дебил, я не знаю, ненормальный, блин. Куда ты нахрен лезешь? Ну... Ребята, а разве это... Разве здесь модификаторы могут работать? Я не пойму, почему у него модификатор работает? Два патрона выстреливают. Я бы тоже бы хотел с модификаторами работать, играть бы здесь. У Пайпера, ребят, преимущество здесь есть. У нее атака, извини меня, намного дальше. Нет, он за тобой не побежал. А вот это плохо. Ты попалась на старые ваны уловочки. Карл, классно. Очень было замечательно сделано. Но от меня здесь, конечно, толку ноль. Потому что это пока, ребят. Ну, что сделаешь? Хотя, я тебе скажу по секрету, я видел игроков, которые играют за Пока. Просто не подкопаться. Хрен ты к нему подойдешь, блин. Бомбит и бомбит. Выживает, как я не знаю кто. Но у меня здесь нету. Блин, слушай, по-моему, вот это вот... Экран означает, что модификаторы. Мне так кажется, ребят. Я могу, конечно, ошибаться. Кажется, что... Ага. Ну вот объясни мне, пожалуйста, ну как меня тут... Все, фейл. Фейл в су... Они с модификатором играют, друзья. По 2-3 снаряда. Я сейчас тоже возьму с модификатором. А смысл мне тогда играть с модификатором? Да ну, блин, Пока, да не прокачан еще. Ноль толку. Да сдавайтесь ты уже тут втроем против троих. Тих, не получится. Окружил себя каким-то... О, ты, он двоих уничтожил, друзья мои. Как ни странно, блин.
Но если он дождется ульту. О, а вот это плохо для него. Выжил. Но если он бомбанет, ребята, ульту. Так и будут, короче, друг друга. Да, Тик, тебе, конечно, плохо. Ему надо, чтобы, знаешь, что сделать? Зона его уничтожила, к сожалению. Ну, если тут, ребята, модификатор работает, ну, это трэш. Зачистка, дуэли. Мне надо... Надо этим играть, ребят. Модификаторы, не модификаторы, а надо этим играть, блин. Я что, виноват, что ли? Да, не спорю, у них преимущество с модификациями, если они играют. У нас еще спим. Так, пойдем ловить этого хорька. Хорек сдох. Под ульту-то зачем, Рэй, лезешь? Мне, я сомневаюсь, что этот малыш Пабло Эскобано. Такой слизень. Если он, конечно, наклеит свою парашу эту. А вот это, конечно, липучка вот это бесява, ребят, штука. Все, до свидания. Вот эти вот липучки, это у нас бросает, это похлеще, чем какие-либо бомбы. Похлеще, чем какие-либо бомбы. Так, три, две атаки еще. Две атаки, два поединка еще нужно выиграть. Выиграть. Шелли. Слушай, вот это, по-моему, ребят, все-таки, когда светятся, это модификаторы включены у них. Ну да, они с модификаторами играют, а я... Ну и идите вперед тогда, ха-ха, блин. Вот и ха-ха, блин. На модифик... Понятно. А я один, да, должен против них? Без модификаторов? Серьезно? С одного выстрела, ребята. Нормально? Говноеды, блин. Да ну, друзья, одна стрела, и ты готов. Полная шляпа. Это что за четырье? Это что за четырьё, ты мне скажи на милость, блин. Я не знаю, ребят, что это за читеры. С одного выстрела убивают. Донатер тут, блин. С одного выстрела, я тебе серьезно говорю, просто одна стрела пролетает, и все, и я отдупляюсь.
Пойдем, блин, фиг ли нам делать. Надо помогать команде. Помог. Помог команде, ну учу, 8-битка на 8-битку. Этот с авто... Ребята, с автокликером, блин. $7500, а у этого... У него даже... У него по здоровью даже, ребята, больше получается. Ну и что ты делаешь, бобрик? Да у тебя не получится его победить. Он, сейчас, он будет сейчас туда заходить, в свою зону, да и все. Вон зона началась. Пипец ты, баран. Три выстрела просто делает. Нахрена ты, баран, делаешь три выстрела, блин? Дебилы. Что я могу сделать, ребят? Погнали. Вот это я тупанул. Да все, восьмитка, сдавайся тут. Это вон с модификатором бегает. Этот, я не знаю. Как бы я считаю, что ну это нечестно, ребята. Для этих режимов модификатор врубать, блин. Такое себе удовольствие, блин. У меня только вон ранг понижается. Исцели, блин. А, мне нокаут просто нужно пройти. Ну давай тогда мы, знаешь что, возьмем. Раз у них модификаторы, блин. Пенни, Шелли с модификатором. Она два выстрела может делать, два залпа, да. Пайпер два выстрела. А у этой бесконечные, насколько я помню, по-моему, бесконечные патроны. Такая модификация у нее, бесконечные. По-моему, ребята. Но он выключен, блин. Ну да, бесконечные патроны. Все с модификаторами. И сдохнет в своей зоне, да? Я сдох. Тихо, вся надежда на тебя. До свидания. Че, ребят, ставлю здесь хил. Че, блин, кто? А кто попал-то, блин? Да их там трое, ребята. Эдгар еще жив у них. Этот, эту сфейлили катку, блин. Прям под руку. Так, ну что, матч-реванш. Опять мы сдохли все, и опять их не...
Да все, ну... Да один против друга. Один только Эдгар, ребята, вон он, блин, прыгает. Дуралей этот. Тут это было, как сказать, ожидаемо. Модификаторы, ребята, это все, конечно, хорошо. Очень хорошо модификаторы, я ничего не спорю, ребят. Но если твой персонаж ни хрена не прокачан, от слова совсем, ну, то есть он на обычных параметрах, то, извини, от них толку никакого нету. Если он у него прокачан там до 7-го скилла, что ты сделаешь? Да ничего. Я просто, ребят, хочу выполнить задание на хилах и все. Ну, мне нужно залечить. Фрэнк. Где-то здесь кто-то стоит, ребят. Автотач, да? Ай-яй-яй-яй-яй, мы летали там. Тай-тари-та-там. Видишь? Без модификаторов что получается. Получается все очень хорошо. Так, ну нам надо еще. Нам надо еще. Мы с тобой не захиляли. Нужное количество ХП. У меня 5400, у него 4000, 6800. Вот этот Нита вообще не прокачан, ребят. Нулевка, скажем так. Нулевка. Не надо! Ну, ёпрсты, ну... Он меня видит, да? Он меня, может быть... Что-то я с бомбами с этими, конечно, лопухнул. 6 кристаллов, ребята, у них. Нам надо забирать их. У кого кристаллы это все? У нас 5, у них 5. Да. Сыграли, называется, на противника. Да пипец, блин. У меня и у него, блин, закончились снаряды. Бегаем вокруг да около, блин. Чё, опять разобрали нас там? 6, у них 9, ребят. Ну, не это здесь, конечно, вообще не... Где-то там сидит у них кто-то, ребят.
Да кто там, блин, где он с кристаллами-то сидит? Босс, что ли, этот? Мы последние профукали. Мы последние профукали, что у нас было. Да, есть повод позлиться. Да. Да, 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 друзья мои, бесполезняк назывался. Так, ну я отхилял, походу, дело, да, раз Рика получил. Точнее, Покка этот в игре, в нокауте, в режиме зачистки. В нокауте. Насколько я помню, а у нее, ребята, ульта двойная, да? То есть она ставит две пушки. Две пушки, по-моему, так. Но опять же, блин, даже вида этих пушек. Это же нокаут. Один неправильный шажок и... Финита ля. И финита ля. Меня бесит вот эта бочка, ребят. Ну, если тебе интересно, конечно, знать мое мнение, то бочка меня это бесит. Подожди, я режим-то какой? Я режим-то не поменял. Понятно. Я режим не поменял, АП не взял. Молодец, красавчик, Рэй. Ну и нафига ты это сделал, Рэй? Да, ну какой-то бред. Я только отдупляюсь. Опа! Опа! Пипец. Ладно, друзья мои. Надоело мне постоянно перезагружаться. Ну это трешня. Самая голимая. Все. Это просто хрень полная. Я тебе говорю. У них все кристаллы, они здесь были в тупике. Сразу же, ребята, сразу же потерялась связь. Совпадение, я не думаю. Просто не думаю. Потому что вот серьезно тебе говорю, читеры. Они там читерят что-то, блин, делают так, чтобы тебя глюкануло, я не знаю, там еще что-то сделалось или что-то. У меня других нету, ребят, на это оснований. Что-то по-другому думать. Так что все. Я на сегодня буду закругляться. Не сделал я задания некоторые. Не пошел я в эту Годзиллу. Годзилла парк или как он там. Уже настроение нету, все испортилось. Ладно, всем удачи и до новых скорых видосиков.